Кадровые проблемы, но в принципе эта трансферная кампания, которая завершилась фактически на флажке, да, с приобретением Перишича и Коутиньо, в общем-то, оставляет Нико. Здесь слишком, пожалуй, спокойно действовал. Тюрпен показывает, можно подниматься соотечественнику. Хёнмин Сон, и с третьей попытки Хёнмин Сон забивает Мануэлю Нойеру и выводит. Передачу отдает, а не бьет. Подбор за Баварией. Это Кимих. И у него удар. Есть! 1-1. Какой гол! Йосуа Кимих забивает Тоттенхэму. Вот это начало, а! Со! Падает штрафной. Ему тут же показывают. Поднимайся. Борьба за мяч продолжается. Пробить никому не удается. Левандовский! Роберт Левандовский. 45-я минута. Тоже. И вот Серж Гнабри сейчас на левом фланге разгоняется, уходит от подката, врывается в штрафную. Дальше подрабатывает себе мяч. 1-3. Серж Гнабри, 53-я минута, забивает Тоттенхэму бывший. И ведет в Лиге чемпионов. Толесо на перехвате. Тоттенхэм поплыл, слегка кажется. Гнабри! 1-4. 55-я минута. Дубль Серж Гнабри оформляет за 2 минуты. Пустив после перерыва дважды. Итак, Харри Кейн против Мануэля Нойера. 2-4. Сверхрезультативным получается этот матч, а впереди еще полчаса. Какой рывок Сержа Гнабри, выход 1-1, хет-трик. Сержа Гнабри в Лондоне, это красивая история. 2-5, Серж Гнабри. Он будет турнирную ситуацию поправить, да? Филиппе Коутиньо. Левандовский, 2-6, это уничтожение Тоттенхэма. Команды, у которой конец. Толесо, Гнабри. Они не хотят останавливаться. Они не хотят останавливаться. 2-7. Robin stands it up. Dante with the header. Muller, 1-0 to Bayern Munich. That's in. The Germans have the lead. Might have just brushed a hand. Here is Robin to take it. And Gomez turns it in. Марио Гомес! И Байерн Мюнхен теперь в очень серьезном бизнесе. Теперь, Айен Робин. Еще Робин. Еще Робин. И это номер 3. Барселона сайд, потому что они получили немного рун around tonight. Алаба плейсит и Муллер makes it 4. Томас Муллер again. И Байерн Мюнхен rampant. Возможность прекрасная посмотреть футбол в очень приятной вашей компании. Надеемся на хороший матч. Подача. Момент. 1-0 в пользу Германии. Мюллер. Да, он наслед. Подача проходит. Кросс. И по штрафную. Завершать нужно. Какой момент? Еще 2-0. Изумительно все было. И, конечно, Мюллер. Вы видели передачу Мюллера? И снова опасный момент. Удар 3-0. Фиеста.
4-0! Ну что ж вы творите-то? Германия! 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 Драй! Аккуратность. Ну а соперника продолжают молотить немцы. Посмотрите, Озил. Еще один удар. 5-0! Тут уже на трибунах творится невероятное. 5-0! Хидира. Против него Оскар обороняется. Передача в штрафную на Лама. Лам! 6-0. Раз, два, три. Шестой. Передача опять в штрафную. Опять еще один. Седьмой. Шюрле. У них все летит еще. Они мало того, что играют с... Оскар. Можно бить Оскару. Оскар забил. Взревела Бразилия. Все-таки забил. 7-1.